А на горящую Турцию обрушились мощные ливни. Они хоть помогли в борьбе с лесными пожарами, но в то же время принесли новые беды. Из-за проливных дождей начались наводнения и оползни. По последним данным, погибли 6 человек, еще двое пропали без вести. О пострадавших туристов из России пока не сообщается, но вот настроение из-за таких коллапсов у многих наших отдыхающих полностью испорчено, конечно. За несколько дней пережили сильнейшие наводнения и сели. Мощные потоки сносили дома и машины. Сотни человек остались без крыши над головой. Уже известно о 6 погибших. Есть пропавшие без вести. В сети появилось видео, на котором президент Турции Эрдоган кидает с трибуны в местных жителей пакеты с водой. Видимо, так глава государства решил помочь пострадавшим от наводнения. Этот способ поддержки оценили далеко не все. И на Эрдогана обрушился шквал критики. Основной удар стихии пришелся на Черноморское побережье. После сильных ливней реки переполнились и вышли из берегов. В одной из провинций поток воды снес мост, на котором в этот момент находились десятки людей. Есть погибшие и пропавшие без вести. Семь человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Более 1000 спасателей в районе бедствия работают уже сутки. Штормом разрушены дороги и мосты. Местами вода поднялась на 4 метра. Эвакуация людей происходит в студенческие общежития. Синоптики рассказывают, что ливни продолжатся еще до конца недели. В северо-востоке Турции проливные дожди вызвали наводнение. Река Архави вышла из берегов, затоплены многие дороги. Десятки сел отрезаны от большой земли. Сейчас в регионе идет спасательная операция. Жители эвакуируют из потопленных домов. В основном их вывозят на надувных лодках.
Mm-hmm.